Новую акцию протеста провели дальнобойщики. На пикет на Алом поле пришли около 100 человек, хотя организаторы обком КПРФ анонсировали участие 200 водителей грузовиков. Вот эти деньги, которые с нас хотят собрать, они, боюсь, уйдут в никуда. Достают транспаранты «Нет Платону» и собирают подписи против платы за проезд по трассам для большегрузов. Это первый санкционированный пикет дальнобойщиков в Челябинске. Возле памятника Ленину на Алом поле собираются водители фур, сотрудники транспортных компаний и их руководители. Они не хотят платить по 1,5 рубля за километр проезда по федеральным трассам. Кроме того, система «Платон» оказалась не готова к запуску. Мы против «Платона». Мы не хотим платить каждый километр дороги. Мы отказываемся, потому что дорог нет, непонятно, куда эти деньги пойдут. То, что будет ремонтироваться дороги, мы не верим и никогда не верили. Я думаю, тут каждый гражданин в это не поверит, что будет сразу же ремонт дорог. Условия не созданы для работы по данным бортовым устройствам. Их нет. Непонятно, люди просто стоят в очереди, получить никто не может. Пикеты и митинги водителей многотонных фур сейчас проходят по всей стране. Дальнобойщики пытаются добиться отмены закона, который вступил в силу 15 ноября. Накануне возмущенные водители устроили акцию на одном из пешеходных переходов дороги Меридиан. Около 100 человек постоянно ходили по зебре и не давали проехать легковушкам. В итоге образовались многокилометровые пробки. Сегодня полиция заявила, что не стала возбуждать дела на участников этой несанкционированной акции. Организатор не установлен. Кроме того, формально нарушений не было, сообщили в пресс-службе МГУ МВД по региону. В итоге несколько участников акции отделались лишь предостережением прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства. И сегодня Минтранс заявил о временном освобождении дальнобойщиков от штрафов. Также предложено снизить штрафы для владельцев грузовиков массой свыше 12 тонн до 50 тысяч рублей. А за повторные нарушения установить их на уровне 100 тысяч рублей. До принятия поправок в Кодекс об административных нарушениях штрафы за неоплаченный проезд по федеральным трассам взиматься не будут.